Последствия затяжного снегопада убирали всю ночь. Несмотря на это, утро нижегородцы провели в пробках, и многие опоздали на работу. Но оказалось, для некоторых такой снежный нижний повод порадоваться. Все-таки красивая она, русская зима. Но общее мнение одно – столько снега – помеха нормальной жизни. Дороги-то убраны, да, а вот где-то во дворах, там, конечно, незаметно. А дороги основные убраны. Как выбирались? 1.5 часа. А обычно сколько выбираетесь? Минут 20. Ходить, конечно, тяжеловато. Ничего. То есть вам все равно это настроение не портит? Нет. Снега выпало больше месячной нормы. На оперативке городской думы была названа цифра – 400 единиц снегоуборочной техники. А жители в основном сетуют – техники на дорогах не видать. Но дорожные службы пообещали чистить дороги и ночью, и днем. Сегодня с утра я объезжал весь город, начал где-то 5:30 утра. Вот очень много мелких аварий по невнимательности водителя. Не сориентировались, и это сразу превращается в пробку. А пробка, она также мешает и очистке улиц. Во дворах тоже передвигаться тяжело, поскольку современные дворы – это, можно сказать, бесплатная стоянка для автомобилей. Не оставим без внимания нижегородские дворы. Давайте посмотрим, как они будут сейчас. Новогодние праздники прошли, выводы сделаны. Сейчас ситуация должна выглядеть по-другому. Но, повторяю, конечно, выходить на работу в муниципальном предприятии вместо домоуправляющей компании тоже неправильно. Синоптики обещают, что снег будет идти еще 2 дня. Поэтому стоит пересесть с автомобилей на общественный транспорт. Так мы сможем хоть немного разгрузить город от пробок. Екатерина Анисимова, Георгий Захаров, столица Нижней.